В Чебоксарах стартовал проект «История нашего города», посвященный 550-летию столицы Чувашии. Знаменитые артисты, спортсмены, поэты будут рассказывать о своем творчестве и, конечно, любви к городу. Гость первый – народная артистка Чувашии Августа Ульяндина. Воспитанники 85-го детского сада готовились ко встрече со знаменитостью целый месяц. Учили стихи, ставили танцы. Но одно дело слушать песни Августы Ульяндиной по интернету, и совсем другое – вживую. Ача-пача сосилаях, ача-пача сосилаях. Голос был очень-очень нежный. Ласковый. Августа привыкла заниматься со студентами, а с такими малышами встречается впервые. Но подобрать нужные слова о своем творческом пути смогла. Знаете, вот история очень банальная. Она совсем простая. Деревня, природа. Конечно же, бабушка с дедушкой. А бабушка моя была изумительная певица. И, конечно же, молоком матери, молоком бабушки все это мне настолько передалось. И я уже с детства знала все чувашские народные песни. Может быть, не все, но очень много. Певица объяснила ребятам, что голос, как и музыкальный инструмент, нужно настраивать. И даже провела уникальный мастер-класс. Девочки мычали, а мальчики играли в машинки. А еще за считанные минуты Августа разучила с ребятами танец и, конечно, вдохновила на творчество. Артистом быть хорошо, потому что тебе все радуются, ты знаменитый, ты хороший, и все о тебе знают. Я когда вырасту, хочу стать модницей, чтобы примерять всякие платья. И сегодня мне понравилась певица со своим нарядом. То, что она украшает сама. Стелла, я люблю Чебоксары, символ юбилея столицы. И, конечно, мы спросили гостью, за что она любит наш город. За то, что я здесь родилась, состоялась. Люди здесь достойные, самые лучшие. И сам город очень красивый, родной, теплый. Мария Шоклева и Андрей Шоклев. Республика.